Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы еще нет. Это продолжение моей партии зазулусов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите прохождение с самого начала, то лучше перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. В Толедо. Эти, наверное, Сарагосу оставлю. Ничего вроде. Я думал, тут просто тупая пустыня. А тут, я смотрю, ничего так. Тем более рядом с... варвары. Ну, я надеюсь, что Кумаси с ним разберется. Надо как-то вот с этими варварами разбираться. Так, давайте тут рабочих. Наверное, долго будет строиться. 7 ходов. Не, надо строить. Деньги я потрачу на покупку верфи в том же Улунде, например. Сколько? 580. Так, можно на автомат ставить пока. Да, короче, испанцу не повезло в плане расселения. Ну, вообще, по идее, он должен был сюда идти. Все-таки вот столица, у него тут есть проход. И, в принципе, места неплохие. И, как мне кажется, знаете что? Я думаю, что ему надо было в мою сторону расселяться. Ему надо было, вот, смотрите, у меня проход в Мадрид, две клетки. Ему где-то вот здесь ставишь военный лагерь, и он от моих ребят отбивается только в путь. Давайте вообще глянем, что тут на этом острове. Это тоже неплохой остров. Но... А где несчастье у меня? В Андине? Так... Я могу с кем-нибудь поторговать. Почему? Чем-нибудь? Могу, шелк, угля сегодня нашел. Цитрусовые. Поразили сделка. Чили, я тебе кинул поторговать. А Канаде, кроме меня, никто не хочет еще войну объявлять, да? Или он уже не союзит Женеву? Нет, не союзит. Сейчас Леша мир заключит и засоюзит. Я, собственно, давно ее не союзил, ну то есть еще до того, как ты мне войну объявил. Меня ее прикупили. О, вот Вальедолит тяжело будет брать. Ну, правда, он без стен. Если он не построит следующим ходом стены, то я его захвачу, конечно. Так, ну, скорее всего, следующим ходом испанца не будет. Так что, если вы его не встретили, то и не встретите. Бразильца есть чудо где-то у тебя? У меня же есть два. Собирание. Ну, в смысле, два, так, строители нашел, плюс два действия, второй. Давайте. Нет. Где? Ой, ну чуть выше Еревана. С тремя и более районами. Ну, наверное, можно поставить. По воде можно туда проплыть? Понизу. Понизу нет. Так. Просвещение пошли. Два рынка без вариантов. Не мог кто-то потерпеть, поленки не забирать. Города медленно растут.
Ну, что тут офигительный ученый, может быть. Поэтому стоит, мне кажется, проекты в библиотечке поделать. Вот сейчас в Улунде. Закончу мастерскую и буду проекты делать ради этого ученого. Оно того стоит. Я бы еще и пингалу на 100% прокачал. А верфь я тут просто куплю сейчас. Вот, верфь тут дает сейчас 6 производства. Эх, не умер. Следующим ходом умрет Валиедолит. На всякий случай подведу. А вдруг он... Да не, я даже... Если он стены построит, он все равно умрет. Так. Из Улунди, из Унгундулву. Доступные пути на культуру. Из Улунди в Махенджидару. Блин, ну там варваров слишком много. Меня это смущает, честно говоря. То есть тут вот сюда посылать. Давайте. Блин, да и в Поленке опасно, блин. Ну, из Андини в Кумаси получается. Меньше, конечно, культуры. Ну, просто там слишком много варваров. Блин, да и тут варвары есть. Ух ты, я нашел второй континент. 4 хода, и у меня тут 3 очка, что ли, осталось? Тот, который не Балтика. Ах, тут исследовать. Там, да, там Сибирь, и есть там Америка. Океания, Америка. Так, как мне 3 очка получить побыстрее? 4. Да хрен знает. Ну, вообще уничтожение Испании сейчас что-то даст. Да, а, все, золотой век. Ну, скажите все покеда. Покеда. Прощай, испанец. Вымер от коронавируса, будем считать. Плюс 4. Ну, тут рядом с вулканом неохота, честно говоря. Ну, давайте тут ставить. Амбар отремонтирую сначала. Блин, опять у меня кто-то перекупил? Нет. Почему так поломали? Так, ладно, давайте из Барселоны. О, действительно. Америка. Она, я так понимаю, там какая-то очень маленькая, да? Да. Такой флаг получился из Балтики, Океании и Америки. Ребят, а рядом с кем находится Караген? С Маори. Рядом... Как мне с этими варварами тут из... Блин, ну вот это очень хреново. Я никак не могу туда к ним прийти. А мне насчет мне морские юниты нужны. Или этими поплыть к ним на остров сюда. Просто наверное, пить. Так и надо сделать. Ну, морские юниты мне все равно будут нужны. Опа.
Так, значит, этим поплыли сюда. Хочу ли я какой-нибудь город-государство захватывать? Да, наверное, пока вряд ли. Так. Этим импи тоже, наверное, пока... А, я же не могу писателей нанимать. Я же маори. Ты не забыл, да? Я забыл, что да, именно писак не... Ладно, это вернем. Чили не там сделка. Блин, ну. Два хода. Ну давайте. Нет, верфь я буду покупать, наверное. Давайте. Универы пока буду строить. Мне тут долго он строится. Строитель долго. Тогда амбар. Мне надо 7. Следующим ходом я тут поставлю. Так, этот у меня генерал плавать будет. Я не понимаю, почему так мало культуры дает. Не есть? А, потому что в Барселоне только один. Я не шел. Только один район. Малый, дашь проход? Тогда из Толедо надо. Сейчас я прокачаю Пингалу на плюс 100% грантом. Караген, к тебе караван. Справа от мостика. А, класс, сейчас мне эта фигня будет тут все грабить. Блин, ну что мне с этими варварами сделать, ну? Какая говняная карта, вот серьезно. Просто строишь наземный юнит, и тебя с моря топят. Такое говнище. Вот я лошара, блин. Ну сейчас заберут этого чувака. Не знаю, каравеллы строить. Прихода каравелл, трындец. И мне тут везде, кстати, ее желательно построить. И с этой стороны тоже каравеллы желательно построить. 9 ходов. Да, на самом деле надо купить. С этой стороны точно надо купить, потому что это будет очень долго строиться. Мне нету смысла тратить наверх, потому что приезжают варвары и грабят просто их. Да почему плюс 2-то? Ну 2 района же, ну ё-моё, чё за хрень? Золотого 86 из 86, прямо тютелька в тютельку. Меня 77. Лёш, вот зачем ты делал? Ну, скаут. Ну, ничего, что у меня и галеры там плавали возле твоих берегов, ничего не грабили. Не видел. Ну, извини. Тогда сорян. Блин, отвлекся на разговор с ним, что-то булава ее. Боже, что? Строителя, наверное. Я уже убрал на коне два. Два заряда строителям. Есть такая карточка. Зайдем, полечимся пока.
Так, тут, наверное, все-таки реформу денежного обращения, чтобы торговцев нельзя было грабить. Блин, хотя и монументальность неплохо. Давайте, наверное, монументальность лучше. У меня куча веры сейчас. Я лучше за веру куплю строителей и много всего поделаю тут у себя. Так, здесь давайте тоже каравеллу. Тут у нас холмы, значит, тут вырубаем. Каравелла. Здесь покупаем рабочего еще. Здесь апаем до арбалетчика. Здесь покупаем за веру строителя. Здесь покупаем за веру строителя. Где еще? В булаваю покупаем за веру строителя. И строим тут... замириться. А ты Женеву не будешь союзить? У меня послов нет. Точно? Нет, я не... Вопрос был, есть у тебя послы или нет? У тебя вопрос был, будешь ты Женеву союзить? Ну, сейчас Челини ее союзник. 6 послов. Слушай, два раза уже спросил, так и не ответил на вопрос. Я, может, там ходов через 50 за союзу, если повезет. Но сомневаюсь. Один. Потому что у меня послов нету. Этот Ападана там вроде Трилини построил, и он, скорее всего, Женеву не отдаст. Максимум я ее захвачу только. Как ты ее захватишь? Ну, давай союз. В смысле, как? Ну, я, например, уже в этих... И? А, как их называют? Канадец не может ГГшки захватывать, только если ему они войну не объявили. Только если ты Челине войну объявишь. А-а-а. Прям вот вообще никак не могу объявить. Черепахи, наверное, у всех есть? Что есть у всех? Черепахи. У меня нету. Не, больше всех у... У меня нету. Больше всех либо красители, либо меха. Давайте красители. Меха. Ну давайте красители. Нет, я за красители голосую. А, нет, у меня не красители, у меня нет красителей. Ребят, давайте черепахи. Я за красители. Так, а по претензиям что? Я тоже за красители. Ну, кто у нас там впереди всех? Чандрагупта или бразилец? Бразилец. Не, у Чандрагупты больше. Тогда Чандрагупта. Почему Чандрагупта? Чандрагупта хороший друг. Так какая рай, ну претензии, так чё, ну пускай претензии генерируют. Не понял. У тебя нету разве друга в жизни, который тебе друг, но у тебя к нему есть много претензий? Ну точно надо тогда, значит, на Люкса. Он самый опасный здесь. Я уже проголосовал за этого. За Чандрагупту. Чандрагупта дополнительные от красителей. Отлично. У меня красители, кстати, дофига. Так, еда, производство. Тут чисто на производство можно пока. Тоже. Ну, пускай пока еда производит, тем более акведук построится. Тут чисто производство. Еда, производство. Так. Там, конечно, соль есть, но я пока не могу из-за варваров. Не может мой этот разграбить.
Ну, по идее, не больно должна сейчас по импилу пасить. Высажусь тут, найду, где эти вороры, пускай они могут убить меня, я вернусь к себе. Так, Филипп побежден. С Кагыркой мир. Так, ну что? Что у нас по религиям? Ух ты, 5 религий уже основано. Хорошо, католицизм в Испании. Может мне его разнести? Монахи, вон, да фигня полная. Слушайте, я же не могу религию Испании укреплять, да? Уже все? То есть только если разносить мне захочется. Ну, чё-то типа, да. Так, ну давайте, где тут варвары? Надо уже контролировать это море. И верфь ремонтируем после исследовательских грантов. О! Уголь появился не совсем там, где хотелось бы. Потому что я тут правительственную площадь уже строю. Так. Тут ремонтируем гавань. Тут... Маяк строим после строителя. В булаваю я бы купил. Как раз вот в булаваю, потому что тут нифига производства нету. И сколько дает? 4. Немного, прямо скажем, ну. Так, давайте мрамор. Обработаем. Ну, видите, как слабенько. Ой, а вот это уже будет не слабенько. Так, пора уже этот собирать камень. Там шумер на Канаду не собирается нападать? Нет. Шумер со мной союз заключил. Понятно. Да. Ну и как бы шумер 287. Хорошо. Всего. А Рим на Мауре не собирается нападать? У нас с ним союз. Там больше похоже, что Маури на кого-то собирается нападать на 478. Нет, это я выходил в века, скупал там. Блин, купил все-таки кто-то этого. Ну я так и знал, блин. Это из-за варваров. Я бы сделал уже эти проекты долбанные. Так, где это у меня офигительно? Сюда, наверное, надо его. Жопа. Ну, можно тогда проекты отменять тут. Построил две каравеллы с той стороны, где варваров нету. Класс!
Что-то угля реально завезло сегодня. Университеты надо. Ну блин, ну это подстава. Он еще и ушел отсюда просто. Так, пожалуй, высажусь. Мне бы Лян нанять и прокачать его против вот этого вулкана. Ё-моё. Против юнитов ближнего боя, против юнитов ближнего боя. Против... Против каравелл нету ничего. Так, давайте попробуем тут каравеллы построить. А, уже броненосец. А, давайте попробуем броненосец построить. А, вот как я сейчас прокачаю Лян, кстати, так тут. Ну, конечно, трон вождя было бы прикольно, но у меня не было где... Ладно, зал для приемов. Не было где до захвата Испании ставить правительственную площадь. Так, вот теперь берем Лян и в Толедо. Толедо, универ. Пошли искать варваров. О, еще и руинки там есть. Нет, тут надо стоять в охранной позе, если появятся варвары. В Набамбе гавань маяк. Люкс, окинь еще раз предложение там. А, то же самое, что было. Нет, нет, я понял, о, я еще вижу, уголь. Что не получилось. Все получилось. Показываю, а, что все получилось. Ну, ладно, окей. Так, надо тут купить, да, за веру рабочего. У меня очень много необработанных клеток. А то у меня как вчера кнопка нажимается и типа не отправляется предложение. Блин, Массимо, убей там, потому что... Всё, занимайтесь броненосцем, я отсюда сваливаю. Закрываю. Этим и тоже кровь, сваливаю. Ну, там... Почему они вот тут тусят, они у бразильца? Они крабят караван. Спрашивается. Ну, кстати, этим дубовым своим. Ну, еще красители. Ну, на следующих вот планы. Соточка. Тем не менее. Так, и давайте тут, значит, покупаем строителя. Так. А нет,
Вернись, наверное, из Мадрида в Рио-де-Жанейро уже. Пора отправлять караван, я думаю. Разведчика на автомат. У меня были тут исследовательские гранты. Это зря. Что там хоть за ученый? Ну, там есть вообще чудеса, на которые это неплохо повлияет. То есть, может, лучше вернуться тут, постоять тоже. Не хочу пропустить варваров к себе. Ребята, готов солью торговать. Есть у кого-нибудь ресурсы, которые мне нужны? О, черепахи, бразилец. Давай мы с тобой, давай, дружбаны. Кинул. Жемчуг есть. Проблема в том, что у тебя есть то, что у нас есть. Знаете, в столице постою. Надо ли мне еще дальше расселяться? Вот в чем вопрос. Так, где ж тут лагерь варваров? Там где-то сверху, что ли, будет. Тут я буду импи бегать. Давайте этого скаута сюда лучше отправим. Так, 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 так. Тут надо вырубить лес будет. Лучник пошел захватывать уголь, Люкс, да? Чего? Лучник захватывает этот уголь. Я не знаю, что такое уголь. Да? Ты что? Посмотри на мои статы. Могу поверить, да. Плюс 3. Так, давайте тогда тут пока купим маори. Строителя. Вырубим камень. Следующим ходом я там буду что-либо строить. Во всех остальных городах... Я не понимаю, какого лешего между мной, шумером, индусом и тобой такое огромное количество воды. Вот там еще должен был быть еще один островочек маленький. Ну там, да, много мест. Это ж фрактал. Так. Кумаси я все еще держу, да? Ваншотнем. Тут рыбку обработаем. Зал для приемов есть, разведывательное управление. О, просвещение, ну что? Рационализм поставим. Меркантилизм откроем, каперы тоже не помешают.
И... Блин, ну новые строители я бы еще оставлял. Так, вот это можно убирать. Бразилец, бразилец. Нравится моя селитра? А где-нибудь рабочих строю? А железо? Скажи кайфово. Нет. Давайте я куплю еще рабочего. Железо великолепное, кстати. В Мадриде. Когда ты узнаешь, что такое... Ага, не хватает. Уголь, он у тебя будет. Понимаешь, ну, надо, что надо ставить. У меня и без того маленькая моя суша уменьшится еще в 10 раз. Если случайно нет... Немного маленьких. Плюс, немного. Так, валим отсюда. Вырубаем и ставим промышленную зону. Так, не успел послов никуда отправить. Так, тут покупаем 600. Надо строить, значит. Ко мне вообще бразилец посылает крова? Всего лишь один. Да. Тут плюс 2 промышленные. Ой, ну я даже не знаю. Так, в Барселоне мастерскую. Здесь так делаем, вырубаем, и можно обратно Толедо вернуть. В общем, у меня Магнус там сидит. Ваншот. Ну, один ход тут можно пропустить постройку. В общем, надо бы универы строить. У этих ребят уже столько науки, потому что они универы построили. Они только в одном городе. Да ладно, убили... А, галеру. Так, у меня тут... Страдает мой броненосец, надо бы его пока убрать. Так, в Сарагосе амбар. Акведук. Промышленная зона. Тут плюс один. Значит, акведук давайте сюда.
Промышленную зону сюда. Потом кампус вот там будет. Так, что же в Умгундову? У меня тут... Мне нужно какой-то район сделать. При попытке похитить средства в городе Ататара Па был убит шпион Римской империи. Слушай, он ты мог... у меня деньги крадешь? Он мог украсть целых 40 монет. Даже этого он не смог сделать. 40 монет, ты представляешь, как будто... А тут 5 производства зато. Так, ну это ж я качал его. Да иди его отправляй. Ладно. Андрей, там сделал. Так, тут 3 заряда. Тут 1 заряд еще. Нам будет туда как-то проникнуть, на самом деле, чтобы не переходить. Но нам... Где эти? А где у нас тоннели в горах строятся? В какой техе? В лаборатории. Да. Далеко. Еще один универ есть. Не, кампуса испанские хорошие. И города, в принципе, ничего так. Я так все-таки думаю, что ему надо было в эту сторону стремиться. Я понимаю, что... Ну... Здесь нормально можно... Тут хороший город. Вот это компьютер поставил Сарагосу. Если бы он сам ставил, то было бы неплохо. Наверное, сюда можно было поставить вообще. Это был бы хороший город. Тут кампус на плюс 5, да? Раз, два, три. Да, на плюс 5. Ну, он и так тут будет на плюс 5. Есть. Тут вот, ну, на месте, ну, валить, давить, может, не знаю. Ну, вообще, очень странное место, конечно. Так, этот союз... Нифига, уже эпоха заканчивается. Ну так там 160, 215, 180, 225, 270. Конечно, эпоха заканчивается. Ну да, всякие бразильцы под 300 науки делают. Не делают еще 300, не надо плашать. Еще... Там он, кстати, все это время сузерение поленки. У кого там есть? Ну, что-нибудь кинуть туда. Поленки что? Поленки чисто растет быстрее. Пускай да, сюзерень. Неплохо. Да, они тут все равно ничего не дают мне дополнительного. Ну, чем выше города, тем выше науки. Да, там такой прирост, ну знаешь. О, пошли рыбу починим. Да нормально там. Что-то но я не заметил. Этих... Человек только в одном городе живет. В столице. Так, и тут рыба не обработана, да? Я тут не могу высадиться. Тут Индия у нас. Да блин. Ну ты утомил.
Так, что у нас с промышленностью тут? Плюс 2. Здесь акведук, где я могу ставить. Ну, наверное, надо сюда промышленную зону, сюда акведук. Тут универ есть. Слабое извержение, храм Махабодхи. А есть у меня соседство промышленной зоны? Есть. Мне надо бонус соседства промышленной зоны поставить, я думаю. Вместо кварталов Медины. То есть жилья у меня дофига, в принципе. Во многих городах. Производство надо. Челине палец заболел просто держать. Челине, не делай так больше, пожалуйста. Так, научная теория. Ну, слушайте, я, наверное, не в авиацию. Нафига мне авиация? На кого мне тут нападать? Я в химию пойду. Два банка нет. Три мушкетера. Нет. Пригороды. Так. Амбар тут не нужен. Так, я хотел карточки там поменять. Давайте что-нибудь быстро откроем. Два хода, два хода. Два хода, еще и два посла. Вот это давайте. Оружейную можно построить, да. Так, значит, я решил, что раз промышленную сюда буду ставить. Нет, сюда. Давайте сначала промышленную. Потом буду что-то делать с... С акведуком. Такая армия, блин, импи в снегах, тыгадым-тыгадым. Такой еще генерал такой, пошли, ребята, не мерзнем. В движении жизнь. Так, давайте мы как-то используем, может, уже этого чувака. Ну, сейчас я лян прокачаю. Надеюсь, сейчас не будет еще извержения. Последнюю прокачку для лян, чтобы этот вулкан не рушил мне кампус. Так. Караген, а ты выключи, чтобы быстрее грузить. Пошел ход. Так, тут спустимся. Ой, на воду, я думаю. Сейчас он отдаблится и еще хуже станет. Ну, шатки. Не знаю. Ну, вообще, надо бы и... Еще поселенцев поделать по-хорошему. Так, тут апаем лян. Мы сколько до конца доиграли. И я стримил при этом. Все нормально было. Ничего не лагало. Мы там в шесть помогали вообще. Сейчас проблемы будут, то попробуем тебя тоже хостом сделать. Ну нет, тут сейв выглядит более нормально. О, так. А, вы уже ходите, что ли? Да. Нет, ну... Я хожу. А я вот... А вот теперь я хожу, да. Всё, надо... А вот я дружу. Так, Караген, кинул тебе дружбу.
Посмотрим, примешь ли ты ее. Да-да, нет, я не... Да-да, нет? Хм. Да-да, нет! Мы уж тут пообщались. Ну, как бы нам смысла нет вообще воевать нам троим сейчас. На данный момент. Ну, я мало просто... ли, пообщались, а в уме держишь, что надо нападать. Нет, через два хода я начну выносить ГГшки, которые рядом со мной. Кроме Кумаси. Так. Ну ладно, да, я обещал не выносить ее. Кумаси — это важно. Так, сейчас тут надо будет чуть попозже. Я хочу выбрать, что мне открывать. Разведывательное управление. Кумаси — так, это это республика Кумаси. 256. 80. 192 в Куритиме. Может, в Куритиму? Там, скорее всего, меньше будет вероятность, что его словят. Так, промышленная зона в Мгундулу построена. Толедо строительная, это какой-то уже 5 ходов. Ладно, тогда продолжим. Вообще Альгамбра тоже неплохо бы зашла. Казахский язык, кстати, он, получается, был, и у него была арабская. О, давайте таракотовую. Потом... Блин, хотя тут у нас... Лян, ладно, давайте строителя. Что у нас в правительстве? Что-нибудь другое поставим? Казахи вообще интересно. Вот это надо убрать, квартал Медины на соседство промышленной зоны. Это я хотел, вспомнил. Да. Отлично. Предлагатели? Не, я думаю, лучше 30 этих на что-нибудь другое. Ничего, сохранить. Так, давайте подумаем, что нам лучше открыть здесь. Я иду в химию, так? Союз второго уровня. Пригород. Три мушкетера. Фермы и пастбище производства. Ну да, сначала сюда. Я думаю, хорошо, а до пригорода, а пригороды где там? Так, а нафига я колонализм? А, я хотел два посла получить, да. Два посла и потом в урбанизацию. Да, ну значит так и оставим. Хорошо, используем ученого. Экономику открыл. Теперь по городам давайте пройдемся. Тут норм рост. Здесь на производство. Пока нету у нас. Тут нормально стоит, тут нормально. Ага, тут на рост можно переключить. Тут верфь есть. Тут тоже верфь есть, да. А вот тут нету верфи. Давайте тут купим верфь следующим ходом. На рост. Давайте даже так, чтобы быстрее росло. Не хочу, чтобы он мне тут грабил что-либо. Он не должен мне убить. Не должен убить. Так, давайте подумаем. Я хочу еще расселиться. Поселенцев я могу купить, например. Ну, у меня так, где Магнус, потому что он прокачан на отсутствие 60, так? Либо 320. Сколько еще у нас этот век? 7 ходов. Не, веру я, наверное, вряд ли накоплю. Все. Тут готово.
Так, выкупаем эту клетку, вырубаем ее. Готов. Ну, давайте в Сальвадор де Баи. Два шпиона. Отлично. Тут оружейная. Доделано. Нужен ли мне тут амбар? Не нужен. Священное место. Не, ну надо театралку уже ставить. Да, давайте здесь. Тут на этом месте, может быть, какое-то чудо мы сможем. Киллвуки Сивани, кстати. Так может мне сейчас ее сделать лучше? Гамбра нет. Касса. Киллвуки Сивани, давайте поедем. Блин, вот я зря убрал там производство, конечно. Давайте вот так, за 4 хода, чтобы построилось. Так, лечись, скаут. Тут атакуем варваров. Блин, а где у меня тут... Генерала что, убрали? Давайте я, наверное, качну пока. Против кавалерии. Ладно, возьму на холмах узкое место. Ну да, генерала напали, видимо. Так уж и быть. В смысле, а у тебя уже есть, что ли? Да, у меня их 4 штуки. Да ладно. Блин, тут, вот тут верфь нужна, наоборот, больше, чем в том городе. Не жалко. Помощь нищ. Да-да-да, и убогим. Красный крест. Да боже мой. Чудеса на чудеса. Крест и полумесяц. Да, Киллвуки Сивани мне будет очень в тему. Это 3 посла дополнительных. И плюс 15% к бонусу от этих послов. Бомбарду с плюс одним уровнем. Прикольно. Это интересный бонус. Так, Челлинию Колизей построил. Не, ну 6 ходов, я уже точно тут, наверное, в темный упаду. Так, тут можно тоже на производство. Да, они издеваются. Кто? Кто над тобой издевается? Уголь появился под лесопилкой. Я не хочу брать лесопилку, а туда на 7 кромки. Ай, давайте таракотовую построим. Хорошее ж место. Вряд ли кто-то будет строить ее еще. А, кстати, вопрос. А если у тебя улучшение есть, разве ты не добываешь ресурс, который под улучшение? Добываешь? Нет, а, улучшение? Да. Улучшения нет, да. Район, если район добываешь. Район. Чтобы уголь, надо рудник ставить без вариантов. Люкс там предложение. Бомбарда. Хочу ли я какую-нибудь ГГшку захватить? Может, мехика пойти захватить? Ну, немного, я сказал. Один. Давайте сбегаем, посмотрим, что там. Нет, ну, для тебя вообще... Да, относительно других ресурсов, да, это много, если... А под столицей он говорил, по-моему. Ну вот как раз возле столицы как раз уголь лежит. Стратегию, ну, прямо на лесопилке.
На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!